английская монета в 1 фунт 1985 года. Называется валлийский лук-порей. Тут лук пророс через корону. Вот такая вот монеточка имеется. Что за лук-порей? Почему? Лук-порей является национальным символом Уэльса, одним из национальных символов. По преданию, король Кадвалладр приказал воинам-валлийцам прикрепить своим шлемом лук-порей, чтобы на поле битвы против саксов они могли идентифицировать себя. И вот до сих пор 1 марта, в день Святого Давида, валлийцы надевают на шапки лук-порей, прикрепляют. Вот такая замечательная монетка. Вот такая, вот такой замечательный был случай в Англии когда-то давным-давно. Ну что ж, время как бы есть, можно было бы какие-то анекдоты, что ли, вспомнить. Поскольку монета Англии, английские анекдоты. Тонет корабль, англичанин с трубкой во рту обращается к капитану: «Сэр, какая из шлюпок для курящих?» Два англичанина играют в гольф, один долго прицеливается и никак не может ударить. «Я сегодня не уверен в себе», как бы оправдываясь, говорит он. «Боюсь, что не попаду, там вдали стоит моя жена». «Да», соглашается второй, «с такого расстояния трудно попасть». Одна дама рассказывает джентльмену о своем первом муже. «Я встретилась с ним в 20, а ушла от него в 23. Да, я думаю, 3 часов вполне достаточно». Английская леди зовет лакея: «Вы поедете сейчас к моей свекрови, мисс Чаттерли, в больницу. Она очень тяжело больна, и осведомитесь о ее самочувствии». Лакей уехал, вернулся через 3 часа. «Ну как, вы были у мисс Чаттерли?» «Спросили, как она себя чувствует?» «Да, мадам». «Хорошо, можете идти». Все говорят, что Чарльз ужасный ипохондрик. А что это, собственно говоря, значит? Ну, ипохондрик – это такой человек, который чувствует себя хорошо лишь тогда, когда чувствует себя плохо. В британском отеле портье подходит к американскому туристу, неторопливо ждущему, жмущему на кнопку лифта. «Сэр, лифт скоро будет здесь». «Лифт? Вы имеете в виду элеватор?» «Нет, сэр, здесь мы называем это лифт». «Но поскольку он был изобретен в Америке, он называется элеватор». «Да, сэр, но поскольку язык был изобретен здесь, то это называется лифт». Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.